чем секрет привлекательных пятен павлина? Привлекательный вид пятен павлина поражает человека. Последние исследования выявили в пятнах павлина наличие такого чувствительного механизма, как волоски, отражающие голубые, желтые, коричневые цвета, переливающиеся в зависимости от цвета. Оказалось, что причиной ярких цветов этих пятен является не пигмент, а двумерные кристаллоподобные мелкие частицы. Под микроскопом в волосках, расположенных на поверхности веера, выходящего из оси пера, было обнаружено наличие структуры, схожей с клеткой. Эта клетка происходит путем покрытия кератином стержней, образованных из белка меланина, каждый в 100 раз тоньше, чем волос. Эти двумерные структуры расположены в ряд на поверхности волосков. Размеры и формы пробелов в клетках вызывают отражение света в различных направлениях и таким образом являются причиной цветовой гаммы. А как возникла такая эстетическая и удивительная структура? Интересно, мог ли павлин создать перья в своем теле, а затем механизм, который дает цвет этим перьям? Конечно, нет. Всемогущий Аллах объединил кристаллоподобные частицы в перьях и создал прекрасные украшения один лучше другого.